Ищут его, но не могут найти. Общественный туалет в Балаково. Чего его искать? Его вообще нет. Поэтому давайте уж так будем вещи называть своими именами. На следующей неделе, нет, сегодня пятница, а начиная там понедельник, следующая неделя, пятница, общественный туалет, вот о котором мы говорили уже, он готов полностью. Сейчас идет вопрос о декоративном украшении внутри туалета, там цветы, все остальное, а начиная с зеркала и заканчивая туалетной бумагой, в этом туалете, вот, который Степная и 30 лет Победы, все есть. И он до конца недели обязательно откроется. Следующий общественный может, конкурс еще проведем? Да? Вот, я считаю, что это будет как раз образцом вот, по подобию вот этого туалета. Мы обязаны двигаться в этом направлении дальше. То есть там, где у нас есть мини-сельхозрынки, там везде должен быть общественный туалет. Причем не только для работников, но и для любого гражданина, которого, так скажем, приспичило.